Конфуций говорил: «Учиться и не размышлять – пустая трата времени». Мне интересно, что произошло. И что за этим следует? Я изучаю мир, ищу суть событий. Новости обновляются в бешеном ритме. Но мне нравится такой темп. Он позволяет выложиться на все 100. Порой мы забываем, что наш мир состоит из деталей. Если сделать несколько шагов назад, то можно увидеть не хаос, а гармонию мира. CCTV Русский.